Всем привет, мои хорошие, с вами Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня у нас с вами мукбанг, курица-гриль целая. Как пахнет она, это просто обалдение. И вот такой вот салат, который я приготовила на своем кулинарном канале, он очень-очень вкусный. Вот это единственный рецепт, который я настаиваю, чтобы вы приготовили. Также приготовила наш араб, соус Хайнц, соус Слобода и так далее. Просто все это вот сюда не поместилось. Вообще, я думаю над тем, чтобы прикупить какую-то большую тарелку какую-то. Вот так. Начинаем. Я просто очень-очень голодная. Курочку гриль готовила я не сама, купила я ее у Браво. А надо, кстати, что-то вот такое приготовить. Какое нежное мясо. Пробуем салатик. Я его вчера уже пробовала. Это салат, который должен немножко настояться. Взрыв витаминов. Вчера выложила для вас влог, и я просто реально не ожидала такой реакции. Так много было положительных комментариев по поводу моего влога, так много просмотров. То есть я думала, что моя аудитория привыкла к мукбанкам, и мой влог никто смотреть не будет. Но его посмотрело уже, наверное, 18 тысяч человек. И ладно, просто посмотрела, столько хороших комментариев, столько хороших отзывов. Это заставило меня задуматься. Я буду и дальше снимать влоги. Решила, что в неделю один раз у меня будет влог. Вот сейчас ходила за этой курочкой. Там, в принципе, в Браво можно было снять, как я одеваюсь, крашусь, как я иду покупаю это все дело. Но проблема в том, что у меня нету влоговой камеры. На телефон качество получается ужасное. А вот эту вот большую корову мне таскать трудно. Во-первых, трудно. Во-вторых, она может у меня упасть из рук и сломаться. В-третьих, у нее очень трудно работает фокус, потому что она предназначена для того, чтобы снимать вот так вот. Салат вообще бомба. Поэтому, к сожалению, сегодня снять влог у меня не получилось, но я буду часто снимать, буду стараться. Еще мне так приятно стало. Одна девочка в комментариях написала, что да не обязательно, говорит, тратить деньги, чтобы снять влог. Просто сиди дома, говорит, какую-то свою рутину снимай. Снимай, не знаю, уборку, и нам это интересно, мы это будем смотреть. Реально так приятно, и на этом комментарии около 30 лайков. Курица просто сочная. Я бы сама такую вряд ли бы приготовила. Обалденная просто. То есть влоги обязательно будут.
Вчера целый день просто радовалась. Смотрела на просмотры, потому что мои влоги никогда так много просмотров не набирали. Еще одна из подписчиц задала мне очень такой интересный вопрос. Она задала, кстати, мне его в Инстаграме, в личные сообщения. Она спросила по поводу денег. Сколько я зарабатываю, на что я трачу, вообще откладываю ли я деньги и как я вообще отношусь к деньгам. Вообще конкретно говорить, сколько я конкретно зарабатываю, я бы не хотела. Ой, да, тут еще внутри такой сочный. Смотрите, гарнир такой сочный внутри. Ой, это вообще, это ну просто нереально. Давайте вам вот так вот покажу. Здесь внутри гарнир, состоящий из томатной пасты, наверное. Я не знаю, сейчас попробуем. Это не просто гриль, это произведение искусства. Ничего, что я прям так пальцами. Так вот, на чем мы остановились. Как я отношусь к деньгам и мой заработок? Конкретно в цифрах говорить я не хочу свой заработок. Не потому, что я считаю, что это плохо, просто моя мама против этого. Моя мама считает, что это как-то некультурно. Во-первых, моя мама считает, что некультурно спрашивать, сколько ты зарабатываешь, и некультурно отвечать на этот вопрос. То есть это личное. Есть блогеры, которые зарабатывают, не знаю, в 10 раз больше, чем я, но они не говорят о своих заработках. Поэтому как бы этим кичиться как-то тупо. Я надеюсь, что вы меня поймете. Смотрите, даже не нужен ножик, чтобы начать кушать эту курицу. Я с самого детства всегда копила деньги. Даже когда мне давали денежку на завтраки, я эти деньги всегда откладывала, клала в копилку. Всегда думала о своем будущем, даже в детстве, представляете? Сейчас тоже ситуация не поменялась. Сколько бы я ни зарабатывала, где бы я ни работала, я всегда стараюсь отложить копеечку. В среднем это где-то 40% от моего заработка я всегда стараюсь откладывать. Но опять же, зависит от месяца, но у меня не бывает такое, что целый месяц прошел, я зарплату получила и в конце месяца уже все потратила. У меня такое никогда не бывает. Да, может, это какой-то, знаете, синдром бедности. Потому что я знаю, что такое бедность. У нас были времена, когда мы жили очень-очень скромно. Даже я бы сказала, бедно. И хочу заметить, что я выросла в не супер богатой семье. Вот, и поэтому во мне есть вот этот синдром, наверное, все-таки. Я с детства всегда старалась откладывать, и сейчас откладываю. Дело не в том, что я коплю на что-то. Например, кто-то откладывает на квартиру, кто-то на машину. Я откладываю просто так. А вдруг? А вдруг что-то случится? Я как зверь напал на эту курицу, на несчастную курицу. Я только не люблю грудку. Все остальное я обожаю просто. А еще ножки не люблю. Ну, сейчас я прям ножки сразу съела, потому что в конце я бы их съесть не смогла. Сейчас я голодная, я вообще не понимаю, какую часть курицы я ем. И мне все нравится.
Грудка тоже, вот смотря в каком состоянии. Вот, например, если это наггетсы, я обожаю грудку. Но именно в гриле она как бы не пропиталась вот этим соком. Поэтому не могу сказать, что обожаю. Я помню, что когда я заработала свою первую зарплату, ну, можно было так назвать, я купила всем домашним подарочки, особенно маме, купила сумку, ну, какую-то, знаете, недорогую, правда, но все равно. Я была настолько рада этим первым деньгам. Кто не знает, кем я работала, первая моя зарплата, откуда она взялась, я работала в Асанхидмете, это паспорт-стол, то есть в России так называется вроде. Проработала там 3 месяца, ну там типа как стажировка была, но она оплачивалась. И тогда, кстати, я тоже была блогером, но у меня было 28 подписчиков. И на собеседовании я сказала, что я блогер, и у меня 27 подписчиков. Они как-то так посмеялись надо мной, но в процессе вот работы я 3 месяца там проработала. У меня прям резко увеличилось число подписчиков. Кто не знает, я веду свой канал. 2 лет нету. 3 ноября будет 2 года. Как я веду свой канал Айка Эмили. Я обожаю вот эти вот части. Ой. Потом мое начальство очень сильно удивлялось, как быстро у меня начали расти подписчики, откуда они берутся. Один даже мне сказал, ты создаешь специально аккаунты и подписываешься на себя, поэтому у тебя растут подписчики. Это было как раз 1,5 года назад. Моя первая работа была у меня 1,5 года назад. Я тогда еще училась в универе. После того, как я закончила универ, вернее, я вышла с этой работы, потому что в универе нас отправляли на практику в торговую палату. Я подумала, это будет интереснее. То есть тоже государственное учреждение. Да и срок стажировки у меня уже закончился там. Вот. Первые свои денежки я получила там. Хотя считалось, что мы типа волонтеры и нам не платят деньги, но на самом деле это был миф. Официально у нас у всех была зарплата. Ну, когда приходили какие-то граждане, как мы там их называли, мы говорили, что нет, мы здесь волонтеры, бесплатно работаем. На самом деле, если вернуться назад и смотреть на себя со стороны, это реально было очень глупо говорить своему начальнику, что у меня есть свой YouTube-канал, и у меня 30 подписчиков и 2 видео. Я неделю назад начала снимать ролики для YouTube. Это я сейчас думаю. Тогда мне казалось, что здесь такого? Работодатель должен меня знать со всех сторон. Сейчас уже с опытом работы, год в крупной организации, я могу сказать, что это было очень по-детски.
Все равно любая работа нас чему-то учит. Поэтому, если вы учитесь в универе, и у вас куча свободного времени, и вы это время тратите просто впустую, туда-сюда гуляете и все, я бы советовала вам пойти куда-то постажироваться. Пусть даже бесплатно. Деньги тут не главное, главное опыт. Даже элементарно общение с людьми. Просто на работе, знаете, разные люди бывают. И даже если тебе они не нравятся, ты вынужден с ними работать вместе. Я это знаю на собственной шкуре. Водичку. Давайте займемся салатом. Он очень вкусный. Вообще, мне когда было 14-15 лет, я думала, когда люди мне говорят, вот вырастешь, ты много чего поймешь. Ты по-другому будешь соображать. Пока что ты ребенок. Когда мне так говорили, мне всегда было очень обидно. Что в смысле? Но когда ты взрослеешь, набираешься опыта, ты понимаешь, что на самом деле люди были правы. И проходит время, и ты многое осознаешь. Еще такой момент касательно моей работы. Все меня спрашивают, где я работаю, чем я занимаюсь и так далее. Я буквально неделю назад начала работать. Но у меня работа со свободным графиком. Работаю я на фирме у своего родственника. Очень близкий родственник. Я параллельно еще учусь в бухгалтерии, то есть я как-то развиваюсь. Если кто-то думает, что я просто типа сижу и кушаю на камеру и думаю, что всю жизнь буду этим заниматься, это не так. На данный момент я сейчас работаю и еще также в той же организации, в которой работаю, учусь в отделе финансов. Изучаю бухгалтерию, так как это моя специальность, я экономист, мне бухгалтерия интересна. Почему бы нет? Вот, например, педагогом я бы никогда бы не смогла стать. И дай бог, уже с конца октября я уже буду работать бухгалтером. Но опять же, я хочу работу с минимальной занятостью. Чтобы у меня шел опыт работы. Пусть даже зарплата у меня будет небольшая, но у меня было много свободного времени, чтобы я могла снимать как можно больше видео на YouTube. С прошлой работы я уже ушла. Из-за того, что на нее уходило очень много времени. Я работала с 9 до 6. 6 дней в неделю. И не успевала ничего снимать для вас. А с таким графиком все будет обалденно. Как это было вкусно. Было просто нереально вкусно. Ссылочка на рецепт этого салатика я оставлю в инфобоксе. Переходите, обязательно смотрите.
Я очень часто под видео вижу комментарии по поводу моей работы, кем я работаю, чем я занимаюсь, что я планирую делать дальше, поэтому я решила рассказать вам. Я не хотела это все рассказывать до тех пор, пока я уже не буду работать полноценным бухгалтером, то есть... Но потом я заметила, что появляются какие-то небылицы, людям интересно, почему бы не рассказать. А на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. С вами была Эмили, всем пока!